Инфопресс. Здравствуйте, в эфире программа «Инфопресс». О чем сегодня пишут газеты и что обсуждают в блогах, расскажу вам я, Игорь Рысев. Россия заняла 72-е место в рейтинге качества жизни. И самое обидное даже не то, что мест всего 86, а то, что наша страна тут уступила нескольким постсоветским республикам, сообщает газета «Известия». К слову, список возглавила Швейцария, второе место заняла Германия, третье – Швеция. Даже Украина, которой в России постоянно предрекают развал и коллапс, оказалась на 75-м месте. Хотя ведь упертые патриоты скажут, что дело не в качестве жизни, а в том, чтобы жить по совести. С другой стороны, давно пора научиться подобные вещи совмещать. Инфопресс. Многие чиновники и депутаты мечтают, чтобы о них позабыли. Точнее, не о них, а о том, что с ними связано. Как сообщает портал «Слон», скоро это, видимо, будет возможно. В Госдуме в первом чтении принят законопроект, обязывающий поисковые системы удалять информацию по запросу граждан. 423 парламентария проголосовали за законопроект и один против. Если закон будет окончательно принят, он начнет действовать с 1 января 2016 года. И ведь по большому счету в наше время, если о тебе забыл интернет, значит и все остальные тоже. Путин будет пытаться бороться с коррупцией, но вряд ли ему удастся добиться существенных успехов, потому что коррупция в России неискоренима. Так, в 2013 году считали 35% опрошенных россиян, сообщает Интерфакс со ссылкой на исследование Левада-центра. В 2015 году эта цифра увеличилась до 42%. В то же время треть россиян уверены, что президент сможет добиться успеха в борьбе с коррупцией, проведя решительную чистку рядов чиновников высшего ранга и ужесточая наказание за подобное преступление. Хотя, если вспомнить последние коррупционные скандалы, то больше похожи они не на чистку рядов, а на наказание непослушных детей. Инфопресс. У Халка в нашей стране бешеная популярность, при этом не имея в виду футболиста, сообщает в своем твиттере историк Антон Касанов, комментируя пост одного из пользователей с фотографией вывески питейного заведения под названием «Бухалк». Удачи в делах, это был Инфопресс с Игорем Рысевым. Инфопресс.